Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шаг вперед 2. Улицы. 2008 года. Уличная танцовщица Энди поступает в Мэрилендскую школу искусств. Занимаясь там, она стремится доказать, что ничем не уступает другим студентам. Познакомившись с лучшим учеником школы Чейзом, Энди создает коллектив, который должен выступать в подпольном танцевальном состязании улицы. В итоге Энди удается реализовать свои мечты и справиться с одолевающими ее проблемами. Одержимость 2013 года. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Джуно. Беременная старшеклассница Джуно находит приятную семейную пару, желающую усыновить ее нерожденного ребенка. Перед девушкой встают совсем не детские вопросы. Что делать? Что будет лучше для ее ребенка? И как найти себя? Джуно принимает необычное решение. Мой парень – псих. Бывший учитель Пэт, проведя психиатрической больнице 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды. Веселые няньки. Семь 13-летних девочек-старшеклассниц, свободное от учебы время, подрабатывают нянями, принося копеечку в собственную семью. Одна из девочек в лице Кристи предлагает приятельницам создать свой клуб нянь, в котором подружки будут обмениваться опытом, а также помогать друг другу в тех или иных вопросах. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!